Очень тяжелая игра. Начали с 0-1 уже на первых секундах мяча там на добивание. Просто с нашей ошибки. И Алтай очень хорошая команда. Нам предстоит и с Огжепесом, и с Алтаем, наверное, и с еще там некоторыми командами. Очень тяжелая борьба за выход у высшую лигу. Давно не была так сильна первая лига. У нас, знаете сами, поколение молодых игроков, которых надо еще учить, да, они талантливы, но молодые игроки иногда играют хорошо, иногда и не играют так хорошо, надо держать все от этого. Самое главное, мы выиграли, сделали задачу у три игры, только один гол пропустили, четыре забили, это уже хорошо. Ждем, просто у нас были травмированы и Дученко, и капитан команды Кургулин. Сыгрываем все еще и... Надеемся, что сейчас только начинается 33 тура перед нами и надеемся, что даем битву всем и постараемся выйти в высшую лигу. Просто Тарас это заслуживает. Спасибо.